Весь день из ЗАГСа слышались русские народные песни о женитьбе. Сегодня в Красную Горку здесь так встречают всех молодоженов. Красная Горка. Весна не только время пробуждения природы, но и период расцвета чувств, после которой рождается новая жизнь. Благодаря старинному народному поверью, бракосочетание на Красную Горку означает крепкий брак и счастливую семейную жизнь. Традиционно в этот день у всех православных свадебный бум. В этом году в Губкинском на Красную Горку зарегистрировали 10 браков. Для нашего города это достаточно большая цифра. В среднем у нас как-то 2, 3, 4 свадьбы обычно бывает в неделю. Одна из пар молодоженов, Антон и Ксения, дату свадьбы выбирали долго. Мы, то есть, как верующие, соблюдали пост. После поста Пасха, то есть, соответственно, в эти дни нельзя было жениться. Ну и мы выбрали эту дату чисто случайно и узнали то, что, оказывается, такой великий праздник. Сегодня, 26 апреля 2014 года, в городе Губкинске ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем. Красная Горка – это праздник веселья и хороводов. В этот день проводились многочисленные балаганы и торжества. Правда, от праздника, известного со времен Киевской Руси, до наших дней дошла только традиция бракосочетания. А какие еще традиции, связанные с Красной Горкой, знают губкинцы? Мы узнали у приглашенных на свадьбу гостей. Красная Горка – это связано с Пасхой и с церковными праздниками, что можно уже праздновать свадьбы. Во время поста-то нельзя было этого делать, да, в старину? Вот, а сейчас как раз можно праздновать Пасху. Еще свадьбы, еще не начались пассивные, еще не начались работы сельскохозяйственные, когда они не праздновали свадьбы в старину. А сейчас как раз такой вот период. С Красной Горкой нужно с горки спустить яйцо, чтобы оно не разбилось. Это единственное, что есть. Это русский народный праздник – из глубины, из древности к нам пришедший. Ну, больше, честно говоря, ничего и не знал. Но знаю, что очень хороший православный праздник. Вот сегодня... Да, время свадеб, да, замечательно, девочки сегодня спели, прям за живое, за сердце взяли. А еще праздник Красная Горка означает окончательный приход весны. Кстати, синоптики тоже обещают, что эта неделя последняя в долгом зимнем периоде. Диана Везуевич, Александр Анфимов, новости Губкинского.